Всем привет, вы на канале Марки. Сегодня мы будем в каждый уровень играть по одной попытке. Ну вот, Стерео Мэдли с вами, я думаю, будет неинтересный. Ну, я уже, можно сказать, размялся. Я не нуб в каждый уровень, кроме этих начальных. Так что мы сразу зайдем в тайм-машин. Потому что, ну, это уже такой средний хард. По одной попытке, как я сказал. Xycles, разработчики игры. Ой, надо поставить в Xycles кучу тройных шипов. Будет интересно. Так все проигрываю. Как? Я понимаю, что я его прошел. Нет. Сейчас я его могу не пройти, так не работает. Что если один раз прошел, то второй раз тоже. Так не работает. Надо даже запомнить все тайминги полностью, чтобы его пройти опять с первой попытки. Так, ага. Понял, вот так. Пока иду нормально. Теперь этот шар. Так, я должен пройти к Xycles. Вот такой ответ к Xycles. Я не пройду его. Несмотря, что я его уже прошел. Я прошел, кто не знает, уже все харды. Уже приближаюсь ко всем инсейнам. Осталось две штучки. И потом будут три демона. А что? Этот тайминг я не очень люблю. Так, сколько тут? Ноль. Давай все быстренько сделаем. Вот мы уже докуда-то дошли. Загорам Клатефанг, Теорию Фавр, Эрефин, Электромен, Адвенчерс. И дальше будет вторая часть. Раз. Ой, мне тоже шар достал. Вверх. Ху, хоть что-то прошел. Икстеп хотя бы там. Степ хотя бы прошел. Ну, сейчас мы сыграем все сложные уровни. Как? Клатерфанг 3, Теория Феврифин. Это мы сыграем все уровни после. Тайм-машин. А то сыграем уровни до тайм-машин. Ну, там же меньше уровней, да? Но я их на большее количество процентов пройду, потому что, ну, они легкие. Их пройти труда не составит. А эти уже может составить труд какой-то. Я решил по одной попытке, ну, потому что, ну, пять попыток. Ну, пять попыток, допустим. Я просто там спамил и все. Теперь Электромен Адвенчерс, который я проходил 2 недели. Теперь мы пробуем Электродинамикс. Я его сейчас, если честно, тренирую, но у меня никак не получается. Как с Электроменом Адвенчерс? Ну, давай сейчас, ну, дойду хотя бы-то до корабля. Ну, до корабля дойти уже. Я дошел до корабля. Давай, потом UFO, потом корабль, потом опять шар, потом... Я уже в этих режимах тут запутался. Блин, я этот тайминг вообще не люблю. Это мой нелюбимый уровень. Что-то у меня все нелюбимое в этой игре.
Ну, ладно, я тут больше 40% точно не поставлю. Так что, ну, ладно. Этот уровень такой бонусный будет для вас. А, видели, что я там вытворял? Ну, я там с вами нажимал максимально поздно, случайно. Второй ключик. Blast Processing. Ну, после Blast Processing будет первая часть. Всем пока. Вы были на канале Марк. Пока-пока. Продолжение этого будет первая часть. Если вы не смотрели, то заходите.